В общем, если на вас напала икота, вы набираете воздух ртом так вот в грудь и закрываете рот. При этом, ну, вы сначала задерживаете дыхание, зажимаете двумя пальцами носа, затем набираете полную грудь воздуха ртом так вот. Держите немножко. А потом проглатывайте. То есть я сейчас икал, и от этого избавился. Я взял, зажал двумя пальцами нос, затем, ну, естественно, дыхание носом было задержано, ртом тоже задержал, и набрал воздух такой. А потом спустя секунд 5-10 так вот проглотил просто его. И после проглота тоже еще полежал с задержанным дыханием, убедившись, что икота прошла. А если бы она не прошла, заново. То же самое все. До тех пор, пока не пройдет. Но можно еще при задержанном дыхании, когда набрал воздух, сверху воды попить. Раньше я так делал, сейчас попробовал без воды. Получилось. Ну, в общем, если подробнее, то когда у вас началась икота, вы ложитесь. После этого вы зажимаете нос двумя руками. Но я не буду зажимать, чтобы лучше видно было вам. Затем набираете полную грудь воздуха через рот. И полный рот воздуха так вот. Ну, то есть, чтобы щеки надулись. А затем вы просто ждете пару секунд, и воздух, который во рту у вас набран, проглатываете. И все, это мне помогло. То есть выглядит это вот так. Ну, зажат нос двумя пальцами и... Не, сейчас. Вот так вот, типа. Ну и все, мне помогло. Такие дела.